забили 1-0, но как-то странно упустили эту победу. Почему так произошло? Ну, не повезло, не использовали свои моменты, а Хас использовал свои. Плюс нелепые мячи тоже залетели. Первый вообще нелепый мяч залетел. И не фарт, одним словом, да, не повезло. А вопрос о судействе, было ли там пенальти, потому что лично мне показалось, что игрок Хаса уже в этот момент не контролировал мяч. Ну, судья посчитал, что был пенальти и дал его. А в случае со вторым мячом, когда они вот нам забили Саута, а там фола не было, там судья придумал фол. Там вообще никакого фола не было. То рука сказал сперва, потом понял, что руки там не было, потом сказал толчок в спину, которого тоже не было. Не знаю. Дал, забили. Вот так вот. Вы упустили в этом матче прямого конкурента, которого вы преследовали. Сейчас вас настигает там Эльбин и, по-моему, Порт, если я не ошибаюсь. Есть ли какие-то разговоры в команде о том, что упущена такая, вроде бы, важная теоретическая победа? Важная победа упущена. Самое досадное, то что максималисты, да, мы хотели зацепиться за первое место. Со всеми прямыми конкурентами еще должны были играть. А тут потерпели поражение прямому конкуренту. Я думаю, уже за первое место уже, ну, смысла нет биться за первое место. Но все-таки будем выходить в каждой следующей игре и играть только на победу. Вы проигрывали по ходу матча 1-0, но вырвали победу 3-1, проявили дух. Как вы увидели эту игру и за счет чего все-таки получилось одержать волевую победу? Вначале у нас просто не пошли моменты, свои не реализовали и, как обычно, пропустили в свои потом. Ну, потом чуть-чуть собрались, пообщались, как обычно, и показали свой хасовский футбол. Очень много было у вас контратак, очень много вы не довели до ума. Вы тренируете это на тренировках или просто была сегодня такая игра, где соперник давал вам выбегать в ваши контратаки? Конечно, есть то, что мы тренируем, но в этом случае команда была очень хорошая, «Партизан» сильная команда, и многие моменты они просто не давали нам довести до конца. А так все по плану. Вы набрали 19 очков. Ну, понятно, то, что любой игрок думает о чемпионстве. Какие ваши задачи вот после этой победы? Что-то поменялось или нет? Наши задачи всегда стремиться к победе. Первое место. Мы только это рассматриваем. И потихоньку, маленькими шагами идем к чемпионству.